Сейдлскич На вопрос журналиста для чего им нужно возвращать мат Чан 26-2015-13-50 Все они ответили Да, БЛ собачка ты мягкий знак Ты понимаешь, ёб твою мать Без русского мата БЛ собачка ты мягкий знак И кино не получается, сука И вообще нецензурная брань и псобачканный рот БЛ собачка ты мягкий знак Это не просто русский мат а часть нематериального культурного русского наследия, бель собачка ты мягкие знаки русского, пист. собачка того, мира. Leave a comment, read comments. сто тридцать